Всевозможные прыжки, растяжка, кручение, верчение, живые пирамиды, танец, гимнастика и цирковое искусство в одном флаконе. Все это зажигательный чирспорт. В рамках чемпионата и первенства города Бердска по чирспорту прошло финальное мероприятие по реализации городского гранта. Состоялся фестиваль «Чирлидинг. Новые вершины». Сегодня 250 участников. Из Бердска, из Китима, Новосибирска и гости из Барнаула приезжали. На самом первенстве Бердска борьба за награды шла в трех возрастных категориях. Состязались они в самых разных номинациях – парных и групповых. Возраст участников – от 3 лет. Очень динамичный, ребенок активный, и поэтому решили, что именно в этом спорте получится у нее себя реализовать. Уже 3 соревнования. Первая золотая медаль была сколько? 2 недели назад. Команда бердских болельщиков, пожалуй, самая эмоциональная и многочисленная. Они выкладывались на соревнованиях ничуть не меньше, чем сами спортсмены. В итоге весь пьедестал почета во всех возрастных категориях и дисциплинах заняли бердские пчелы и акулы.